Друзья, слава Богу, мы приехали на это место. Было, конечно, трудновато, много проблем на границе, но в 4 утра мы уже приехали сюда. Слава Богу, когда мы сюда приехали, первый раз делали евангелизации, мы начали искать землю. И мэр этого города откликнулся, и он посмотрел на евангелизации, которые делаются, и сказал: «С вами Бог, приедь ко мне в офис, я хочу с тобой поговорить». И когда мы приехали в офис, он дал свою личную землю нам, говорит: «Мать моя, когда умирала, она просила эту землю пожертвовать на доброе дело». И теперь он говорит: «Я хочу, чтобы эта земля служила для доброго дела, и там спасались души». И сегодня нам дали этот участок, мы его чистили, завозили сюда около 100 траков земли, равняли, подымали, валили деревья, маленькое здание. А на сегодня, вы как сами видите, уже стены стоят, здание строится, и мы верим, что скоро будет закончено. Me dices una y otra vez que conmigo siempre estás, que cada vez que mire estrellas vea tus ojos sin dudar, que cada paso al caminar tu amor me enseña que yo puedo vivir sin desmayar, que tu promesa es real, que tú llenas cada espacio de mi vida, convencido de tu amor que me ilumina, eres Dios que cumple sus promesas, en ti puedo confiar, que mi manos siempre están, confío en ti. Siempre están con...
25.
Я вот просто сейчас так радуюсь и каждого из вас благодарю за ваше участие, за такую команду. У нас первый раз за такое время, за все время здесь столько людей, около 30 человек, которые приехали, откликнулись, контракторы, готовят кушать. Мы просто видим, как Господь идет впереди и делает свою работу. Сейчас мы строим orphanage, миссионерский дом уже построен. Это где мы спим, где мы кушаем, где мы общаемся, где мы молимся. Сейчас продолжаем строить детский дом, также продолжаем делать бумаги. Я верю, с вашей помощью, с Божьей силой, скоро в этом доме будут уже дети. Да благословит вас Господь, большое вам спасибо. Очень еще много работы, очень еще много на финансы, но мы верим, что Господь не оставит, поможет, поддержит. И, пожалуйста, молитесь, поддерживайте этот проект, чтобы здесь спасались души. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón, danzaré por ti, mi Cristo. En silencio quedaré, estaré de pie en tu gloria, o a mis rodillas caeré, cantaré, aleluya. O en silencio quedaré, puedo imaginarme, puedo imaginarme, puedo imaginarme. Que yo estaré junto al Hijo de Dios, puedo imaginarme una eternidad para siempre. Redentor, Señor, te necesito. Rodeado de tu gloria, sentirá mi corazón, danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré.